Новый подход в уходе за инвалидами и пожилыми людьми. Самарская область реализует систему долговременного ухода с 2019 года. Пилотными площадками выбрали муниципальные районы Приволжский и Большеглушицкий. В этом году подключились Отрадный и Самара. Новые подходы интегрируют в уже сложившуюся систему соцобслуживания. Мы видим, что с каждым получателем социальных услуг нашим с вами должна работать мультидисциплинарная команда профессионалов, психологов, типизаторов, реабилитологов, медицинских работников. И у получателей социальных услуг должна сохраняться возможность получать эти услуги в разных форматах и по необходимости переходить из одной формы социального обслуживания в другую. Создание системы долговременного ухода началось по национальному проекту «Демография». По данным Росстата, доля людей старше трудоспособного возраста в России увеличится к 2025 году почти на 30% и составит 40 миллионов человек. В Самарской области к 2030 году будет уже 1 000 000 пожилых людей. Поэтому новую систему поддержки необходимо внедрить уже сейчас. И принципиально важно подготовить профессиональных специалистов. Тот социальный работник, который сейчас приходит в дом к пожилому человеку, при глубочайшей благодарности к этому труду, я уже сегодня об этом говорила, но если всех их 100% попросить правильно ухаживать за этим пожилым человеком, дай бог, если 15% из них знают, как это делать. Ключевая позиция – отсутствие специальных знаний и навыков. Главная цель будущей системы – обеспечить людям, нуждающимся в уходе, сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь, как на дому, так и в стационаре. В этом году решать задачу будут уже 12 регионов страны. Лариса Шалафаст, Николай Сидоров. События.